Итак, ребята, что? Начинаем новый влог. Сегодня понедельник, 7 октября. Сегодня впервые в Вологде выпал снег. Ну, естественно, он падает и тут же тает. Немножко поздновато я вышел. Сейчас он тут хлопьями валил. Сейчас вроде его нет. Дождь пошел. В общем, осенняя погода. Так, на этой неделе не знаю, что я буду снимать подробно. В поликлинику не надо, в аптеке не надо, в магазин только надо. Но это в следующие дни. А сегодня надо, идти к матери. Вы не поверите. Вчера мать мне звонит. Вовка говорит, приезжай, у меня опять телевизор не работает. Блин, достал ее этот телевизор. Но в этот раз, по ее объяснению, как она мне объяснила по телефону, сам-то телевизор работает. У нее, значит, спутниковое телевидение, тарелка от МТС, красная такая, красивая. Вот от этой тарелки идет, значит, кабель к маленькой приставочке. А уже есть приставки по HDMI кабелю, идет в телевизор. Вот. И, как я понял, вот эта сама приставка вообще не работает. Даже огоньки не светятся. Вот. Что там может быть? Может быть, блок питания. Ну, вот этот вот. Что в розетку вставляешь, это блок питания, ну, адаптер. Там, я посмотрел, у нас тоже МТС, только у нас кабельная. Я взял такой адаптер от своей приставочки. Там на 12 вольт. Если действительно из-за адаптера, то придется ехать в электротовары и покупать новый. А если сама приставка накрылась, тогда не знаю, может, отвезу этим же ребятам в ту мастерскую. Ну, в общем, там видно будет. Пошли на автобус и к матери. Пошли. И снежок пошел. Что еще мне надо сейчас у матери сделать? Не забыть воспользоваться не лифтом, а идти пешком и заглянуть в почтовые ящики. Скорее всего, уже опять пришли квитанции за квартплату. Надо посмотреть, что там есть. И сегодня я взял с собой телефон, заодно и оплачу. А мать мне потом наличку отдаст. Мы так делаем. Ну что, ребята, починил я маме телевизор. Починил сам. Была у меня такая мысль посоветовать ей самой это сделать. Но, правда, поздно уже пришла. Не сказал я ей эту мысль по телефону. И первым делом я, как обращаюсь с любой, значит, современной техникой, самое лучшее лекарство при поломке – это перезагрузка. Просто выключил эту приставку из розетки и включил снова. И она заработала, приставочка у нее. Так что все нормально, видать, какой-то сбой произошел. Она вчера ее пыталась выключить и что-то там долго держала пульт. В общем, какой-то сбой произошел. Я просто вытащил приставку из розетки и снова включил. И все заработало. Ну что, погода не меняется. Видите, и дождь, и снег. Я уже в своем микрорайоне. Вот. Ну, сейчас заодно... А, взял еще картошки у матери. Картошки взял. Той самой картошки, которую мы весной сажали. Вот. Сейчас, наверное, сразу пойду здесь в магазин, скажу, что Рита мне список составила. И пойду домой. Приехала Надежда Васильевна, теща. Теперь мы с ней вдвоем живем. Поэтому надо идти, успеть на обед. А, наверное, на сегодня все, ребята. Всем пока, до следующих дней. Всем пока. Ну что, ребята, вот вам и название для этого влога. Первый снег. Сегодня у нас вторник, 8 октября. Выпал первый снег. Он вчера шел, в понедельник, но вчера он не оставался на земле, сразу таял. Сегодня, видите, ну, конечно, этот снег тоже растает. Вот, только ради него я начал сегодня записывать эту часть влога во вторник. Мне сегодня никуда не надо, только в магазин. И все. Вот как раз я в магазин пошел, мусор вынес. И сейчас иду в магазин. Ну, наверное, в аллее поснимаю, попробую что-нибудь. Вот такой. Такая не очень естественная картина.
зелень, еще много травы зеленой, листьев зеленых. И снег, и снег. Так, начнем по списочку. Помидорчики надо купить. 3 штуки на салат. Теперь хлеб. Потом молоко, кефир. Ну вот, все и купил сегодня. Как ни странно, в аллее, в этом магазине, музыка не играла. Вообще отключили, видать, самим надоело. Кстати, в этой аллее один раз я когда снимал, и меня увидели продавцы, позвали охрану. Ну, так что теперь я там снимаю с опаской, держа камеру скрытно. Ну все, наверное, я не знаю. Сегодня я не собирался ничего снимать. Просто ради снега, вот смотрите, здесь снег тоже. Взял с собой камеру, когда пошел в магазин. Продолжение, наверное, будет в следующие дни. А на сегодня все, ребята. До следующих дней. Пока, пока. Итак, ребята, сегодня уже суббота. Ничего я не поснимал эти дни. Значит, пока шла неделя. Ну, а нечего было снимать. Я ходил только в магазин и сидел дома с Надеждой Васильевной, мы замечательно проводили время. Я играл на компьютере, он Маргарита. Ну а сегодня у нас, вот она, машет вам всем. Суббота, у нас сегодня важное дело, мы пойдем в магазин. Был Вест, очевидно, будем покупать Маргарите сапоги. Вот. Сейчас, правда, сначала сходим за водой. Вот, смотрите, прям как у Розенбаума. На ковре из желтых листьев. Листопад. Листопад идет вовсю. Золотая осень идет. Расцветает. Но солнца нет. Солнца нет. Летать на квадрокоптерах запрещено. Вообще не знаю, что дальше снимать в своих влогах. На следующей неделе пойду к матери. 16 числа у нее номерок к кардиологу. Она уже звонила в понедельник, просит к ней прийти. Вот. Ну а сегодня вот такая заключительная часть будет этого моего, наверное, короткого все-таки влога. Потому что сегодня суббота, завтра уже его надо выкладывать. Еще сходим, значит, за сапогами. Ну, а сейчас за водой. Ну, пока вода набирается, можно еще раз снять этот дом, который... По-моему, я начал снимать его, как его строят, чуть ли не с самого фундамента. Вот уже скоро, наверное, будут сдавать. За ним там еще одно такое же здание. Ну, почти такое же. Так, нажимаем кнопочку. Рита нажимает кнопочку. И будет сейчас стоп. Еще рано, да. Ну ладно, а то перельется. Кстати, сегодня хороший день такой, не холодный, довольно комфортный. Даже немножко жалею, что одел теплый свитер. Можно было полегче свитерок одеть. Смотрите, у нас тут детская площадка. И вот я все время на нее смотрю. Ее не так, кстати, давно сделали. Парковку для машин здесь сделали, детскую площадку. Как здесь смотрится красиво. Не знаю, камера вот не передает. Вот, особенно когда солнце. Вот эти желтые листья. Ну ладно, а вот за этим домом находится как раз тот магазин, куда мы сейчас идем. Был Вест, обувь. Будем покупать эти сапоги. Зимние, зимние. Ну как? Ничего, нормально. Вот, если сразу сказала ничего, значит хорошо. Да, у нас вроде есть. Есть. А так, есть у нас универсальная пробивка, она подходит и для кожи, и для лица. Ну вот и купили
Цена 4123 рубля. Все, сейчас их отнесем домой. Сапоги тут рядом совсем. А потом пойдем еще за продуктами. И надо нам еще кое-что купить из хозтоваров. Конкретно Тирет. У нас проблема со сливом воды. Трубы старые, дом старый. И вот я что только не делал. И пришел к выводу, что лучше всего это именно Тирет. Причем заливать его не тогда, когда уже есть засор, а для профилактики. Теперь каждые две недели мы его покупаем. И сейчас вроде все нормально. Ой, Рита уже вышла. Пошли домой. Так, сейчас сначала пойдем в Пятерочку. Тут вот она у нас недалеко открылась. Купим Тирет. А потом уже за продуктами на рынок, магазин. Пойдем, Рит. Ну ладно, сейчас Рита пойдет, значит, в аллею за продуктами. А я, кстати, пока она туда ходит, вместе с вами, сейчас мы пойдем покупать мне то, что мне покупать бы не надо, конечно. Надо бросать курить. Но так как я все еще курю, пойдем покупать сигареты. Пойдем. Тут такой подвальчик интересный. Наверное, не буду камеру выключать. Так, сейчас с вами вместе спустимся. Ну все, ребята, сигарет я купил. Сейчас жду Риту, она выйдет из аллеи с продуктами. Я возьму у нее сумку и пойдем домой. На этом я, наверное, буду заканчивать свой такой, наверное, коротенький влог получился. Пытался я снять опять немножко поподробнее. Посмотрим, что у меня там выйдет. Вот, следующий влог выйдет через неделю. Опять будет больничная тема там. Но это будет через неделю. А на сегодня все, ребята. Всем пока. Всем пока.